Так, всем привет. Сейчас мы поговорим о том, что такое домен. Домен, по сути, это название вашего сайта. Если посмотреть на картинку, то тут вот отображено название сайта site.ru. В браузере тоже видно, что google.com, по сути, это название сайта. Доменная зона .com, а название сайта это Google. Какие доменные зоны бывают? Они бывают региональные, ну, относятся к какой-либо стране. Buy – это Беларусь, ru – это Россия. Международные – com, biz, org. И тематические – там shop, кафе, golf. Зон гораздо больше, тут я их привел только для примера. Где можно зарегистрировать доменное имя? Доменное имя можно зарегистрировать на Hosterby, rec3.ru и rec.ru. Ну, тут я для примера привел тех регистраторов, где сам регистрировал домены, их гораздо больше. Если поискать, то их очень много, по сути. Стоимость и сроки. Домен регистрируется минимум на 1 год. Их, конечно, можно регистрировать на 2 и на 3, но минимальная регистрация – это 1 год. Стоимость тут прописана у каждого регистратора – это за 1 год. Тут я привел цены в белорусских рублях. Зона в Беларуси, то бишь, если зарегистрировать домен в Беларуси, это стоит 25 бун. В долларах это где-то 12 долларов. Да, где-то 12 долларов. Если посмотреть, то на rec.ru цены по регистрации даже дешевле, чем на том же rec3.ru. Но цены могут изменяться на rec.ru, потому что у них там проходят то акции, то дешевле, то какие-то скидки. То тут приведены цены только для примера и понимания, сколько стоит домен. В общем, домен – это адрес вашего сайта, который прописывается в браузере. Стоимость его примерно отображена тут. Минимальный срок минимум на год. Сейчас я покажу регистраторов и как можно подобрать себе доменное имя. К примеру, Hosterby. Тут мы видим самые популярные доменные зоны. Ну и цены. Ориентир по ценам. Тут можно посмотреть, сколько стоит конкретная доменная зона и сориентироваться по цене. Тут мы пишем название вашего сайта. Это как вы хотите, чтобы ваш сайт назывался. Ну и потом люди уже будут его набирать в браузере или находить в интернете. К примеру. Ну, это только для примера. Тут вы пишете реальное свое название. Когда вы пишете сюда название сайта, нажимаете «Проверить», то вы видите, что доменное имя, сайт 234.by свободен. Можете его зарегистрировать на год или на 2 года. И стоимость регистрации на год написана вот. Если на 2 нажмете, то будет регистрация на 2 года. Нажимаете в корзину и можете перейти к покупке. Rec.ru. На Rec.ru схема по сути такая же. Пишем сюда название сайта. Сейчас, секунду. И выбираем доменную зону. Сейчас немножко ниже опущусь, чтобы можно было увидеть, какие тут есть доменные зоны. Ну, если ниже посмотреть, то тут тоже ориентир по цене и название доменных зон. Тут их довольно очень много, можно полистать, посмотреть. Список большой. Плюс еще тут есть... Перейти будет выборка по тематическим доменам. Нажимаем подобрать. Ну и данный сайт, что тут написано? Данный сайт у нас свободен. Мы его можем выбрать. Выбран. Ну и также получается зарегистрировать. Ну, о том, как зарегистрировать, мы поговорим дальше. Сейчас я пропущу этот момент.
По сути, на rec3.ru будет схема такая же. Выбираем доменную зону, пишем название домена, нажимаем поиск. В общем, на этом все. Далее мы уже посмотрим, как зарегистрировать сам домен, саму процедуру регистрации. Всем пока!